брейк-дансу, так и есть напишем. Но тут проявили желание участники из других стран, в частности из Санкт-Петербурга, из города, из России. Могилев, Минск, Солигорск, там, по-моему, Гродно, Смолевичев, Жлобин, Гродино, Пинск. Химки. То есть Москва это отдельный город, а Химки это отдельный город. Юро, back to school, Химки. Так, а откуда еще приехали? Просто я регистрацию не вел. Из Борисова. Ну а никто не хочет поддержать свой город, да? Гомель, Могилёв, я говорил. Короче, все самые крутые. 48 участников будут биться в этап 3 на 3. Я вам расскажу примерно, что происходило до начала фестиваля. Значит, приехало 48 участников, заблаговременно зарегистрировавшись и отобрались они. Ну, своим способом, естественно, накором, мы знаем, кто как танцует. И потом по жеребьевке, они индивидуально зарегистрировались, по жеребьевке разбились на тройки, то есть смешанная такая система. Вот. У нас получилось 16 команд, а это значит, что 8 баллов, 8 соревнований. Команда на команду, 3 на 3. Вот, и Ронни на битве года в Ялте стал лучшим танцором. Бибой Ронни, Ялта, Украина! Итак, вы согласны, что эти судьи достойны судить фестиваль Revolt Session 2006? Это Я так понимаю, что больше после этого фестиваля возражений не будет. Это 6 минут. То есть каждый танцор от команды должен сделать по 2 выхода. Судейство у нас открыто. Это означает, что я говорю раз, два, три, и судьи принимают решение либо туда, либо туда. Всем все понятно? Я не слышу, вы готовы? Кто свой? Вы знаете, что такое, да? Вы знаете, что такое? У кого самые блестящие глаза? Я могу ее убить.
Ma здесь аппаратура. Нет, мы перестесите ее аппаратуру. Итак, 6 минут. 3 на 3. Батлс, поехали! DJ stands for disc jockey. For disc jockey. For disc. For disc. For disc. For DJ on two to the disc. And that this, the DJ spin on the backpack. Это роман того человека зовут Игорь. This is the story of how to create a great beat. This is the story of how to create a great beat. Mixing and stuffing. We'll be right back.
action. Алим! Death Metal! DJ Chef! Город Минск!
zaczynamy żyć. Танцует с девушкой под крутую музыку от диджея. Самый эротический танец. Велосипед ты умеешь, я тоже так могу. Давай я танцую брейк-данс тоже. С девушкой. Самый эротический танец под крутую музыку. Одна минута, даже полминуты вам на это. Полминуты. Самый эротический.
давайте чистить дальницы. Давай, давай. Музыка, ну как вам конкурс? Итак, я вот говорю, вот эта вот пара. Вы должны мне поаплодировать, точнее не мне, а ей. Кто самый крутой из этих трех пар? И вы должны кричать им больше всех, кто ты победил. Итак, вот первая пара. Тут все понятно, да? Раз, два, три. Первое, второе, третье. Ну что я вам могу сказать? Что я вам могу сказать? Я вам могу только посоветовать сходить куда-нибудь в интимное место, так как продать их нельзя, они не для продажи. Вот вам, наверное, нужно дать больше всех. Вы самые крутые, поделитесь. Вот вам, держите. Подождите, не уходите, подождите. И вам всего лишь вот три штучки. Чуваки, у вас, наверное, там все пересушило, да? А у меня есть нормальный Red Bull. Возьмите вот всем тоже, да. Итак, следующий бэтл. В следующем бэтле будут биться. Команда «Фокус» против команды «Бублик Крю». Пошли! О, «Бублик Крю»? Бля, чувак, я оставляю. Вам нравятся наши конкурсы и вообще фестиваль «Revolt Session»? Тогда почему вы не привели с собой друзей, чтобы здесь вот так вот они стояли, а? Нам больше достанется, да? Это какой бат? Итак, первый круг, вторая часть. Четыре бэтла. 6 минут!
Революция 2006! Go, go, go.
Rest in peace with him, at least when he
Хорошо. Fuck!
Shut up.